Да, руси нужно ловить сильно ломары и мунцы. Когда русские были, да, тогда сколько платили за газ? За 4 человека? А вам сейчас Россия что не дает газ подешевле? Почему? Чтобы молдаванов. Так что, молдаванов наебать, да? Не надо. Не, вас русских наебать. Нет. Что у нас самый дорогой газ в Молдове? Вот у нас из всех союзных республик самый дорогой газ. Почему? Даже чем в Германии дороже, $400. И в России дорого сейчас. А, нет, вы скажите нам, почему. Вы не работали, вы не работали. Я сидел, вы работали. Я сидел, вы работали, да? Да. А мы не работали. Да, нет. Мое поколение не работало. Нефтеразведки. Да унесу оттуда шаишь. Нефтеразведки, нефтеразведки. Какие труды? Труды в условии. Да у меня дальше платишь. А вы поезжайте туда и получите там газ дешевый. Я получался. Так идите туда. Я здесь родился, на родину. Я на родину приехал. Дай нам пожить немного. Да. Я в Румынию не поеду ни за что. Не надо вам ехать, вас там никому не нужны. Вот, вот, я спорю, мне так, я кому тебе даю. Ничего, Раиша, а ишь я чего? А ишь я чего, Рек, танцу, а ту надо же торгу рабили, печенью лукрят. Чем совместно там? Чем совместно? Молдавану треба всі пірусеш. Я все время в Росії працював. Как ослужил в армії, как ослужил в армії. І там в Росії работав. Нет, я на родину приехал. Вы приезжали сюда, слесаря, токаря, и вам давали квартиру здесь через 6 месяцев. Молдаван сидел 15 лет на квартире. Нет, давай, что, я вам должен перевести на русский, да? Специалисты. Ну, вам, да? Чтобы вам было понятно. Так скажи. Россия приезжали. Они чем? Бомба! Куда добро? Бомба! Бомба! Это не слоной! Словами демократ! Он коммунист в обороне! Кто обезьяна? Вот негр тоже сидит. Ну и что, он обезьяна? Он такой же человек, как и вы. Такой, что вы, вас другая задница. Это вас могут посадить. Вы не надо посадить, мы не будем его сажать. Отсидели, мы ему объясним, что вы какаете так же, как обезьяна. Мама! Нет, мама! Вы тоже так кушаете, как обезьяна. Вы далеко, а мы не ушли от обезьяны. Мне хватит, я выйду. Вы выпить, и вы там. Давайте.